Ну что ж, продолжаем, ребят, смотреть. Ukrainian Cup 5x5. Финал, вторая карта. Бедас 2. Первую сможете у нас посмотреть уже на Ютубе, кто не смотрел. Ну, а в любом случае я спойлерну, что первую мапу у нас забрали игроки из команды Гужбан, как они правильно читаются. Гужбан. Вот, и соответственно, для того, чтобы победить в этом финале, им достаточно взять Даста, а их соперникам нужно брать и Даст, и Инферно. Так, ну что ж, состав играющей команды еще раз для записи. За Гужбан играет ZDHatix, 123, Найтмар, Томми Геп, Абигнейл и Аврелиньо. Ну и за, соответственно, Кури Тим играет Унижение, Фейк Реалити, Денсер, Кури Найн и Куни Линукс. Ну что ж, будем смотреть. Who is Abigail? I don't know, brother. I don't know. Так. Все, давайте, ребят, переключаться. Так, пистолеточка. Первого ловят сразу на меде. КТшник не смог здесь перестреляться. Размена нет. Ну и пошла у нас многоходовочка на апленд. Через Зика этих словит Фейк Реалити. И, по-моему, все остальные будут играть через шорт, да. Пытаются заходить на Хейтикс. Единственный, кто пытается удерживать этот плент. Но ему нужно отойти, чтобы вместе разыграть своими тиммейтами этот раунд. Понимали, что здесь близко за стеночкой спрятался оппонент. Ну и все, вчетвером летит смог под Зик. Здесь Аврелиньо открывается. Но Аврелиньо еще до сих пор живет. Он дал два минуса. И Унижение пытается его давить. Тиммейт есть на хелпе, подбирается, девается. Так, Юспик, я верю в этого пацана. Ну, опа, что? Просто берет раунд, какой сотый это вообще, это реально кринж. У него еще и дефов нет, он забирает этот раунд, просто жесть. Это бред. Все, пацаны, поднимем в чате щиты за Херсон или нет. Не, давайте не будем. Как бы Аврелиньо хорош, но мы на эти темы не испражняемся. Вот так вот. Просто Аврелиньо, жаба, пресс F, и он просто воинское приветствие продемонстрировал. Боевое каунтерстрайкерское. Пресс F, и все, пацаны, готово. Да. Вот это да, вот это фурор. Так, атака, все в пятером под бэку. Не Линукс ловит Найтмара. Есть закуп, берут все-таки полноценный форс-бай. Так, забрали Куни Линукса. Но в любом случае остался АК. АК должны подбирать. АК у Кнурова. Кнуров будет играть один стэшки. Все остальные на фронту плюс данс. Данспол, хотел сказать. Минус по Денсеру. Так, Кнуров реализовывает АК. Подобранный. Хорошо. Хай летит двух Кнуров. Отлично. Смотрим за ним. Он перемещается. Подходит к щепкам. За ним вся будет инициатива в этом раунде. Но Эвриллини до сих пор живой. На этот раз один в один. Ой, как хорошо, Унижение теперь забирает раунд. Просто какие-то перевороты во время игры происходят. 1-1, счет в игре сравнивается. Дикий движ Париж у нас происходит на карте. И 30-й человек во время этого стрима на нас половится. Thank you for subscribe, база. Сейчас Петя сгорит после такого раунда. Да нет, ну смотри, восстанавливается. Петя не сгорел. Петя простреливает в дым щепки. До свидания, Бигнил. Вот это да, вот это прикол. Ну и дальше накидываются гранаты на мидл. Ребята будут открываться всего лишь под одну флешку и даже не моментальную, по сути. И попытка дальше выйти у атаки через зиг. Стяжка именно сюда у атаки. В гусе есть игрок, если его не чекнут, но здесь флешка летит просто. Опа! Переворот с ног на голову. Дальше пытается с гуся работать. Пожил бы игрок, но нет, решает он играть агрессивно. Здесь в КТ забирает Фейк Реалити. 2 в 3. Что вообще происходит на карте? Петя дает хаешку в просвет. Петя, от него будет зависеть здесь, возьмут ли раунд или нет атака. Петя с унижением. Просто мощное звено Петю забрали. Все. Найтмэр забирает. Что это за раунд? Просто лять. Найсман, сука, есть жизнь. Своим тиммейтом. Жесть. Что вообще происходит? Что это вообще за жесть какая-то? Ёлы-палы. А, Кочебас, я хотел тебе випку дать, что-то передумал, а в итоге ты с випкой-то сидишь. Все, я понял. Ой, какой я потерянный после таких раундов. Какие потерянные вообще эти игроки на карте, наверное, после такого. Так, вываливаются мидл. Без смока в КТ. Просто идут на мидл. Через мидл на Б-плент. Здесь можно просто
шмалять с ним с КТ, с джампа, все дела, выходить на Б-плен свободно. Нет, никто здесь не смог ничего сделать, и здесь мы уже ничего не наблюдаем. Ну, если бы еще сейчас атака это взяла, то я бы, наверное, не выжил. Шесть. Сейчас, секундочку. Конечно, нельзя тут сворачиваться, смотреть, но... Вот это да, конечно. Да, продолжим смотреть. У нас здесь... Слава богу, я свернулся, этого не видел. Это жесть какая-то. Просто разворачиваюсь, здесь два минуса, и Кури берет раунд. Бля, я точно не усну, походу, сегодня. 3-2. Бля, жесть какая-то. Просто жесть. Каул-центр, ёпта. Каул-центр, но... Да, вот это пироги, конечно. Подливой. Жесть какая-то. Просто атака. Теперь выходит в банк вчетвером. Сейчас Петя. Петя ловит первого, второго. Ну все, все. Здесь забрали. Здесь без каких-то выпадов. Найтмар под одну флешку пытался открыться. Неуспешно. Хейтик сейчас, если с одного патрона двоих уволят. Ну как ты можешь, СВП? Ну что это? Просто дак. Ну и по ногам фейк реалити попадают. Так, от Найтмэра все зависит, смогут ли они здесь цепляться, но нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я тебе, конечно, верю. Да-да-да-да-да-да-да, конечно. Опа, Хейтикс. Бля, какие-то жесткие. 3-3, счет в игре сравнивается. Я сразу вспомнил, когда ты сказал ваншот, у нас, короче, на работе одна сотрудница фамилия ваншоту. Вот, не повезло человеку, а может и повезло, может в кайф. Жесть. В 1.6 автомат, дигл, армор, поехал. Угу. Да уж. Что за турнир? Турнир по 1.6, 22-й год, КС живет, Ukrainian Cup, 5x5, в финале 2... Похороните меня сразу вместе с ними в этой тачке. Это какая-то жесть просто. Да, выход на Б-плент уже. Я не знаю, что комментировать. Тут просто три гуськом выходят на мидл. Кури чуть не похоронил всех троих. Так, перестрелка. Фейк реалити. Нужно работать на сотый раунд. Счет в игре пока 3-3. Но непонятно, чем здесь закончится противостояние. Слышит? Нет, не слышит. Пока не слышит. Оп, все, должен слышать. Все, в контру. Ой, все, прострелил блайнд, а по всей видимости, что и третьего. Сильно надамажил, поэтому можно здесь и спрейить через текстуру. Бля, жестко. Да какой паблик, крусик. Тут картинки вообще жесть. Тут картинки харды против P-минуса, средний скилл. Ну, что-то как-то вроде не паблик. Вроде не пахнет. What is Wizard? Real account is Moscow? I don't know. И ответы на любой вопрос. Парня из другой страны, не СНГшный. Так, Денсер, тем временем open frag. Так, давайте успокоимся. Все, нервишки прошли, все, экшена не будет, спокойно доиграем, без всяких переворотов, разворотов, потихонечку, без всякой вот этой вот катавасии. Так, Кури проходит по зиге, что-то, нет, все нормально. Так, флешки накидываются, можно выйти, ребят, у вас сколько гранат вы накинули? Ну, под эти флешки нужно выходить, а не просто так их откидывать. Ну, не мне вас учить играть в эту игру. Пачка устанавливается, просто накинули кучу флешек и просто стоят, ждут, чего непонятно. Эбигнил ласт, аплент утерян, и, очевидно, это пятый. Эбигнил даже с Б-фонта не сдвинулся, чисто кеша стайл, нормально. Как вы играете? Я буду 1Б смотреть. Буду смотреть 1. Да уж. Так вот. Можно голос Данск. Да-да-да, после таких моментов Паркер должен включать голос Данск просто. И все. Алмазик же есть. Ладно, продолжим смотреть. 5-3. И тут вообще, конечно. Дайте я успокоюсь. У меня уже 2 ночи. Старику пора скоро на покой.
Стояли сет в мидл. Так, забрали банку. Томи Геп. Поджим нижний. Причем вдвоем Аврелинку. Здесь на сотую позицию. Но в спину забирает двоих. Ну как здорово, ты не убиваешь? Зиги игрок их как в спину не зажал. Просто там можно было нормально ваншотнуть. Но пинг 100 и как бы да. И нервишки уже сдают, конечно. Ну чё хотите, ребят. В любом случае, если время МСК, то там уже 12 ночи. Тоже неприятно пацанам играть, конечно. Ой, ладно. Кому-то еще и по башне своим нарезали, обеднил. Так, у атаки вообще что по закупу? Все-таки есть у них закуп. Кунилинокса подсаживают C58. И еще раз подсаживают C58. И оставляют играть на ящиках здесь. Дальше он с авиком. Флешка хорошая. Флешечка моментальная. Под упор в зик. Никого нет. Ну, в пачку надо скинуть, наверное, да? Нет? Зачем открываться первым с пачкой? Так. Есть информация по подъему, накидываются гранаты. Здесь линейка на планту, просвет, обегнил. Он флешоный, забрали подъем. Но здесь уже не сыграть, нужно ждать просто ретейка. До свидания своему по бороде. Ну, вернее, кантик он нарезал своему парню. Своему парню, да, своему тиммейту. И в просвете хейтикс ловит гранаты. Здесь два просвет будут АКТ играть. И Кунилинукс ловит первого и наверняка что-то знает о втором, наверное, да? Да, но нет. Кунилинукс. Так, вот так вот. Подобрал еще и авик. Все, у Ренайн еще и уже под 16 тысяч было. Пока что Кнуров играет 14 на 6. Это какая-то жесть. Значит, ЕКБ. Год рождения. 58. Прикольно. Да, прикольно. Уже 44, да, получается. Если до 68-го. 44. О, смотрю чат. Да я не успеваю русить за чатом, я хочу почитать что-то нормальное, а не вот смотреть вот этот бешеный Counter-Strike с ног на головы. А, здесь еще и пауза будет, да, пауза. Так, взяли обегнило. Наконец-таки я выдохну, передохну. И вы тоже. Ну все, здесь сейв девайсов. О. Да. Старая шикарная женщина. Плюс, 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 плюс. Такая милфа, милфа, чисто. 54, а, да, я разучился считать, да-да-да, 54. 54, а я тогда 44. Я тебя омолодил на 10 лет, Ален, сори. Не, она выглядит на 44, а так, да, так, к сожалению, 54. Давно играл в эту игру? Недельку назад, наверное, играли мы. Я не помню. По-моему, играли мы на выходных или нет. Не помню я, короче, Русь. Ну, мы играем периодически, там, я, Решадик. Сладку, если помнишь, сладкая, но она тоже играет потом. Кто еще у нас там есть? Ну и всякие там прикольные, там, друзья прикольные. Эти ребят. Я вообще выгляжу на 72. Ой. Ой, ой. Рот закрой. Что-то Русик не решился еще. Возобновить карьеру в этой игре. Мало ли. Люди научились рашить. Что хотел это? Тут Марго заправляет. Просто либо Петя, либо Кнуров тащит в ответственный момент, и все. Блин, еще и третья карта. Может давайте просто лотерею кинем? Гривну подбросим и решим. Да. Кто выиграл здесь? Что ты бачишь? Украинский язык вообще топ, отвечаю. Мне очень нравится. Ну, без шуток. Прикольно звучит, но вообще топу. Особенно, когда вот реально человек хорошо владеет украинским, как ты слышишь, когда он общается, то вообще прям... У меня прям оргазм. Так, тем временем, атака откидывает хаешки гранаты под тэшкой, но это просто видимость, это просто... Ой, Денсер, что творит Денсер? Садится, спреет и убивает. Контроль спрея, конечно, жесткий. Денсер будет открывать баночку, а его тиммейты будут под зиг заходить. Минус по Денсеру. Так. Так, ну что, какие-то поджимы. Вот защита нереальная и работают на минуса. Есть минус тэшки. Я просто не понимаю, за кем здесь сидеть. Тэшку забрали, а в итоге-то выход куда пойдет? Зиг плюс КТ. Ой. Не игрок, пишут в чате своему оппоненту. Не игрок, конечно. Найтмар с Томи Гебом. Томи Геб
Ну-ка. Опа! Минус Кнуров. Томми Геб. Сейчас его в спину будут брить. Тут с длины заходит Петя. И в сторону Пети сейчас будут очень плохие слова. Очень ужасные. Так, убивает пачку и знают о последнем. Ну, давайте сыграйте как-нибудь более ответственно, пацаны. Хае сейчас залетит. Ой, Хае сразу на минус 33. Петя, минус 1. Петя, 28 хп. Так. Опа! Приехали. 8-4. Очень 8-4. Жирно тихо. Да нет. Мы не будем тихо. Найс, Кирилл, стелишь про Украину, чтобы мобилизацию не забрали. Я, кстати, вообще не в курсе, как меня не забрали. Я, типа, под первую категорию попадаю. Странно, что-то меня вообще побеспокоили, ребят. Так, видимо, знали, что я нужен буду здесь киберспорту. На гражданке. На гражданке буду комментировать. Агарно, ХС. Так, а тем временем потеряли... Они просто Аврелин. Посмотрели, что у тебя желтая картинка на сайте, ебать, и думают, ну нахуй его, ебать. Да. И минус на фаскупе не берем, ёп. Так, поехали. Поехали смотреть. Ой, десант не удался. Украинский десант не высадился в КТ. Здесь его ловят сразу. Прижучили Кнурова. Ну и пачка ставится. 4 в 4 пачка устанавливается. Пацаны, алло, вы где? Куда? Зачем? Почему? Найтмар 1 будет играть Зиги. Нужно ждать перегруппировку сил. Конечно же, передислокацию. Так, два злины будут уже по окончанию играть, как мы видим. Ну и Найтмара первого забрали. В пункту хорошая позиция у Денсера. Денсер до сих пор живет, но всех он здесь не перестрелял. Обегнил, вышел на размен. И 2 в 3. Пачка под Зика. Хейтикс на нуле, к сожалению или к счастью. Да. Рамбон же только отвлекся от чата, уже все. Пусть тебя комментатором возьмут на войну, будешь рассказывать, что и как стримить. Да там военкоров куча, которые в этих телеграмах сидят и стелят всякие ужасы и не ужасы. Вот. А там-то от меня что, я пушечное мясо, я только срочку служил в лучшей армии мира, бля. Накроют меня чем-то интересным. Большинство же людей, ладно, не будем это обсуждать. Хотелось бы сказать, высказаться, пригорел у меня на эту тему, как у всех, но будем отстраняться от этой темы. Короче, Денсер выходит, опа, Денсер, что-то вообще, что ты творишь, 10-5, ну тут ребят, тут просто поймали ребята кураж, и мы еще увидим Инферно, я так понимаю, последний раунд в первой половине, что-то вот расклеились потихонечку, миражи цеплялись, а в итоге... Да, скука не игра, ну, не знаю, это просто, наверное, компенсатор создает такое впечатление, которое хочет спать уже часов так 5, наверное. Вот, ну, заставили комментировать под дулом пистолета. Вот. Ну и подсадка в зике в упоре, так, заиграет здесь, диглы нет? Нет, все, домой спать, все, здесь зигу разобрали. Кунилинок дождался выхода с тэшки. Привет, Петр. Петр первый. Эбигнел. Ой. Так, ну Аврелинку дает единственный минус. По-моему, единственный человек, которому вообще не насрать на этот финал защиты. Замечательно. С каешкой. Десант не удался. 11-4. Ну, если пистолетку не берут, то... Наверное, на этой мапе все. А вот что будет на Инферно, пока... Атака сильная сторона. 34 камбэка. А, ну да, я не знал. Сори, я первый раз просто на DAS зашел и еще никогда не видел эту карту. На Сауте Мэншине все время, как бы всю жизнь. Тут да, такое. Так, так, что ж, пошли играть. Хейтикс минус по Денсеру. Так, ну ребята, да, вот как раз-то видите, да. Кейл был неправ тут, действительно. Сильная сторона. Вот она, сильная сторона, ломает всех, но в чистом меньшинстве почему-то сильная сторона. И сильная сторона здесь на планту. Так, Найтмэр. Нет, сильная сторона не порешала. Они прошлую 13-4 выиграли же есть. Но тут другие ребята совершенно. Здесь как бы, если Петя с Муром соберутся, то мне кажется, тут уже... Габелла. Я уже сижу такой полурускомаренный.
Поэтому не знаю, что тут ожидать можно. Так, ну, пока продолжим смотреть. Надеемся все-таки на какой-то отпор на Dust 2. Но я думаю, что просто они Dust уже не хотят доигрывать в какой-то степени. Уже и закупаются. А, нет, не закупаются, только один дигл. Ну, выход на мидл беспардонный. По одному ребята отдались. Еще одного забирают. Так, в Зиге есть хейтикс, на Атмар в нижней. Экономят свои диглы, ждут какого-то выпада. Надеются нафармить девайс. Но я не знаю, как у них это получится. Конечно. Я так зевнул вообще, чуть кого-то не съел из чата. Жестко. Так, ну давайте, ребят, с диглами что-нибудь думать будем. Нет, они ждут выпада. И думают, что же придумать нам на следующем. А на следующем у них будет все глухо по деньгам. Трое закупались. Вот. Опа! Вот он! Вот ради чего все это было! Вот ради чего. Минус на Зиге. Хейтикс. Пытается продвигаться. Ой, привет! Привет, Андрей. Так, 13-4. Все. Данек, сколько кому лет в чате, кстати? Так, для интереса, для статистики. Давайте правдивую информацию. Раньше у нас был переклич по городам, а сейчас по возрасту. Кому сколько лет, ребят? Только искренне, честную информацию в СБУ и в ФСБ передавать не будем. Так, погнали. У нас выход тем временем на... Опа, пачка устанавливается на Б. Но это, наверное... Ой, и то не устанавливается. Хнуров ее выбил. Ну и все, даже бомба не будет, по сути. Так, я с Воркуты. Мне 18, 22, 34, 28, 26, 22 годика. Ну, уже писал, я видел. 35, Паркер, уже тут твои ребята. Уже почти рядом. 30, 20. Ну, короче, одни полупенсионеры собрались. Все, пацаны, сейчас мы... Да кто в 1.6, а кто еще в 1.6 играет? В основном, ну, уже, которые 20 лет в эту игру играют, а им уже по 30-ке, по 35. Ну, правильно, че? Да, ну, тут не все играют, так че смотрят. Твои ребята, ну, Паркеру достаточно. Как бы вот все, что вы озвучили, Паркер всех вас старше, если че, поэтому... Твои ребята, да. Мувер играет, ему 14. Не, ну, Мувер чуть, наверное, постарше. Может быть, не знаю. Мальчонка. Ладно, у нас здесь все, кроме игры. 14-4. Пытаемся смотреть дальше. Может быть, что-то атака все-таки придумают. У них девайсы появляются. Ну и даже минус они дали. Ну и размены в их пользу. Неужели здесь будет камбэк на этой карте? Ну я точно тогда покончу спортивным, блядь, комментированием после этого. Если они здесь камбэк еще сотворят и здесь. Так, ну вот Петю забрали, так, интересно, 14-4, ну вот с такого счета закамбэчить, конечно, в финале, и взять вторую мапу, и в итоге взять гранд-финал. Уф, жесть, 72, прикольно, не ври, пожалуйста. Малой с портфелем ходит в школу, блин, вот школу бы вернуть. Школа, я скучаю, да. Вот это топ времена. Ах, захотелось в школу просто пойти поучиться или поучить. Прям ностальгия нахлынула. Так, ладно, продолжим смотреть. Блин, школа. Изу скупую чуть не пустил. Так, они берут раунд. Они что, планируют на камбэк? Ну, посмотрим, как получится, конечно. Но у защиты есть авик, а значит и девайсы полноценные. Я без баров. Вот и все, что вы видите на экране, я таких вещей не вижу. Я через Steam CS, без всяких баров, ВХ и так далее. У меня такого нет удовольствия сейчас на компуктере. Вот, приходится смотреть игру чисто с ХЛТВшки. Ну и здесь... Опа... И, кстати, знаешь, игра смотрится, она как не через ХЛТВ, как будто вот, ну, типа, ты в спектрах, вот, типа, ну, такое. Раньше по ХЛТВ так все муторно было. Ой, какой хороший... Ты видел, как они на Зиге сейчас сыграли, нет? А, 2D, хорошая 2D, чтобы прочекать гусь, это прям на заметочку. Можно ее плеером взять, ребят, тайминг сейчас скажу. Прям, а, тут мы не видим тайминг. Короче, 19-й раунд. Середина раунда, на Зиге посмотрите обязательно. Кому не лень, скачайте потом в ХЛТВ. Тут прям интересно такой чек гуся на Зиге.
Прикольно. Не на ящик подсадились, а просто 2D-шку сделали и зачекали гусь. Прикольно, прикольно. И, кстати, раунд почти взяли. Остался последний Кнуров, 19 хп у него и дигл в руках пока еще. До девайса ему далеко. Накидывают ему белый гранат. А, нет, у него АК. Ой, все, Кнуров. Так, 35-й фоллов. Подъехал нас. Спасибо, кто фолловит нас. Алмазик, КДЗигхет. Хороший ник. Пацаны, у кого такие ники на Твиче? Ну, это, наверное, это, ну, как бы, нот рашен. Вот. Юрий, это Кнуров, да. Ну, как мне сказали, да, это Кнуров. Вот. 31 на 11 играет. Так, эко защита. Наконец-таки они осмелились сделать это решение. И сейчас что-то под одну флешку будут делать, да? Да, да, флешка будет с медла по-любому, да? Есть такая. Смотри, Петя дает флешку, сейчас и не будет похоронное бюро. Пацаны, нет. Хорошая флешка, интересный момент. Вот сколько стримлю, я, наверное, уже хер знает, уже больше 100 турниров отстримил в этой игре. И все равно каждый турнир что-то новое, что-то пацаны придумывают, изобретают, что там велосипед, Америку, там жесть какая-то. Постоянно что-то новое. Да. Оливки. Оливку, пацаны. Диалог тянут. Так, C58, подсадка от Томми Геба. Опа, в щепке зашел. Ну, тут уже зеркальная, да, ситуация. Петя Куни Линукс любил подсаживаться на C58. Кстати, если я не ошибаюсь, первая карта закончилась 16-8, по-моему. Здесь примерно то же самое сейчас, может быть, только наоборот. Так, Куни Линукс поджал девятку. Куни Линукс, о нем знают, его будут чекать. А, откуда знал? Выхачит там было по-любому. Ну там реально как бы, что там, ноль заняли, а Петя стоит, девятки, ничего не делает, его тут чекают. Жесть какая-то, конечно. Жесть. Мидл. Открытие мидла с клей под флешечку. Выход. Так, все, испугали выстрелами, отойдем. Дальше будем стараться. Так, ой, тут запугивают Кнурова, но выход пойдет через зигзаг. Втроем ребята готовы выходить. На гусе должны, пацаны, срочно унижение. Ой, а ему как хорошо хелпуют гранатами, отлично. Он очень долго живет, но все-таки граната накидывается. И в это время он просто прожил максимально. 1-3. Хейтикс, я не верю в тебя, Хейтикс. Может быть, кто-то верит в чате, но я что-то вот против Фури 9-го, фейк реалити. А Денсера вот сейчас обнаружит. А, нет, он чекает. Так, опа. Что это было? Если что, ребят, он был полностью сплошенный. Мы этого на ХЛТВ не видим, но я вам спойлерю. И вот так вот. Кстати, времени уже нет. Как бы минус дал, но... На. И после окончания раунда выбил девайс. Все, по бабкам сколько у него осталось? Ну, короче, меньше положено. Хатакс. Да, короче, инферно, к сожалению. Главное, чтобы не такое же, как предыдущее было. А, смотри, что он делает. Он рез ловит, C58 ловит, 9 ловит. Точнее, 8. Начало парача. Ну и дайте еще ему разыграться. Петя что-то поймал кураж. Проснулся только к даст, но я думаю, на инферно он уже будет разрывать полноценно. Ой, как Абрилин не попал в голову. Это, конечно, вопрос этого раунда. Все. 16-7, и мы переходим на третью карту гранд-финала. Счет по картам 1-1.